По поручению в РИО главы Чувашии Олега Николаева вводится и новая мера поддержки семей с детьми. Проектом предусматривается увеличение размера республиканского материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Отметим, что размер материнского республиканского капитала не менялся с 2012 года. Получать республиканский мат-капитал в увеличенном размере смогут семьи, которые ранее его не использовали, а именно не распорядились им до 1 января текущего года. Кроме того, у семей, имеющих право на республиканский материнский капитал, теперь будет возможность получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Проектом закона устанавливается возможность получения единовременной выплаты непосредственно после рождения ребенка. Кроме того, продлевается действие республиканского материнского капитала до 31 декабря 2026 года.